Это программа «Умняшки». Мы продолжаем с вами, ребята, и сегодня говорим про органы чувств. Ребят, предлагаю вам поиграть в одну несложную, но интересную игру. Вы согласны? Да! Сейчас мы с вами проверим чувствительность ваших кончиков пальчиков. Согласны? Да! Хорошо. Играем в игру «Угадай, что в пакетике». Сейчас я, выбираю Вадима и Настю. Сейчас мы Вадиму и Насте завяжем глаза, и я им предложу потрогать, что будет в пакетике. А они должны определить. А все остальные внимательно смотрят, и никто не подсказывает. Договорились? Да. Все. Так, Настя, давай тебе завяжем глазки. У меня 3 пакетика. Настя и Вадим ничего не видят. Я буду по очереди вам давать пакетики, а вы будете говорить, что в них находится, да? Вы можете трогать, жмякать все, что в пакетике есть, а потом сказать, что там находится. Итак, Настя первая. Засовывай ручку в пакетик. Тише, только молча. Это мягкое. Ты потрогала это, да? Ты поняла, что это? Только мне не говори сейчас. А сейчас у нас Вадим потрогает. Нашел? Понял, что это? Молодец. Настя, что было у тебя в пакетике? Давай еще раз дам тебе потрогать. Что это? Наверное, шерсть. Ну, почти угадала. Это у нас такая ватка. Молодец. А у Вадима что было? Перо. У Вадима было вот такое вот чудесное перышко. Смотрите, какое оно. Так, ну а теперь садимся. Следующий. Кто у нас следующий будет? Я! Так, Ксюша. Сейчас я наколдую чего-то в пакетике. Ксюша, засовывай ручку. Ищи, ищи, ищи. Нашла? Да. Поняла, что это? Нет. Нет, ну трогай. Чуть-чуть мягкое. Мягкое, приятное? Да. Ну думай, что это такое. Что-то твердое. Что-то такое твердое, большое, да? Да. Ну трогай. Такой. Так, развязывайте глаза, развязывайте глаза. Катя, ты говоришь, что это? Молодец, ты угадала. Вот какая шишка здесь, да? Смотрите, какая. Шишку положим. А ты что думала у тебя? Жвачка. Ну, это не жвачка, но это очень похоже. Это кусочек пластилина. Он такой мягкий, да, приятный для ручек. Так, хорошо. Следующий у нас кто будет? Итак, у нас сейчас играет Варя и Саша, да? Сейчас я им что-то положу в пакетик. Так, 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 что бы мне такого положить? Сейчас. Итак, Варя, держи свой пакетик, трогай, что там. Саша, держи свой пакетик, трогай, что там. Держи, держи. Нет, вот. Засовывай ручку в пакетик. Ну. Правильно, молодцы, открывай. Давай, смотрите. У Саши была бумажка обыкновенная. Он сразу угадал, что это бумажка, да? А у Вари было что? Конфетки, правильно. Вот у Вари были конфетки, она сразу угадала. Ну что, ребят, поиграли? Вам понравилось определять предметы, да? Интересная игра.
Можно дома поиграть в такую с родителями. Спрятать что-нибудь в пакетике, а чтобы мама или папа угадывали, что там. Поиграете? А если мы сами поиграем? Вы можете и сами поиграть с братиками или сестричками, загадать что-нибудь в пакетик и попросить, чтобы отгадали. Очень веселая и очень простая игра. Ребята, мы в наших двух программах узнали про органы чувств. Помните, сколько их? Их пять, как пальчиков на руке. Пять. Ушки, глазки, носик, язычок и... кожа. Правильно, молодцы. Сейчас я вам предлагаю отгадывать загадки и еще раз повторить, что мы узнали про органы чувств. Слушаем внимательно. Запах хлеба, запах меда, запах лука, запах роз. Различать поможет? Нос. Правильно, где у нас носик находится? Вот у нас носик находится. Правильно, молодцы. Следующая загадка. Видеть папу, видеть маму, видеть небо и леса помогает нам... Глаза! Глаза! Молодцы, поморгали все глазками. Поморгали, поморгали, поморгали. Молодцы, поморгали глазками. Хорошо. Следующая загадка. Есть у зайца на макушке, у тебя твои подружки. Бывают служки и неслушки. Что же это? Наши? Ушки. Молодцы, где у нас ушки? Показали все. Показали, вот у нас ушки. Правильно. Чтобы пробовать компот, есть у человека? Рот. А во рту есть? Язычок. Наш маленький такой, хороший язычок, да? И последнее. Мягкое и твердое, острое, тупое, горячее, холодное, мокрое, сухое. Разобраться в этом сложно, нам поможет наша? Кожа. Правильно, но эту загадку мы с вами уже разгадывали. Молодцы, ребята. Помните, что нужно делать, чтобы органы чувств всегда были здоровыми и чистыми? Соблюдать гигиену и не делать никаких вредных действий, да? Что нельзя в глаза? Иголки. Иголки, песок. Иголки. Нельзя в носу что? Ковыряться. Что нельзя пробовать на вкус? Нельзя есть песок. Нельзя есть иголку. Иголки, иголки, да, иголки. А кроме иголок, что еще есть? Гвозди. Гвозди. Можно есть ягоды? Все? Нет, не все. Плохие. Да, есть Ты ягоды есть. Плохие, испорченные Ты продукты плохие. Есть. Молодцы. А чтобы кожа была всегда чистой? Мыть. Нужно мыть руки. Молодцы, ребята. Все мы должны помнить, что за органами чувств нужно ухаживать, нужно держать их в чистоте, и тогда они будут всегда здоровыми, а дети и взрослые всегда будут счастливыми. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. В эфире была программа «Умняшки». Пока-пока! Пока-пока!